Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Мы в полном составе приглашаем вас в новый сезон «Валав по Армении». Это первый выпуск, где мы сегодня вместе с вами немножечко проедем еще по Грузии. Пройдем грузинско-армянскую границу. Решим вопрос, значит, с сим-картой. Посмотрим, какой там въезд в Армению. Там вроде нужно платить еще какой-то экологический сбор, страховку на машину и так далее и тому подобное. Посмотрим, что там с деньгами. Скорее всего, мы доедем до Гюмри, часть там какую-то посмотрим и отправимся ночевать. В общем, сегодня будет очень насыщенный максимально выпуск с красивыми кадрами. Мы даже начинаем этот выпуск с вами. Посмотрите, с какого прекрасного места. Нет, это еще не Армения, это настоящая Грузия, где высокогорье. Обязательно гляньте все выпуски с предыдущего сезона, где мы ровно две недели прожили в Грузии вот так вот дикарями, останавливались в таких потрясающих местах, ночевали в нашей любимой машине. Ой, сколько всего интересного было. Нам даже выписывали несколько штрафов гаишники, видимо, из-за того, что у нас российские номера. А сегодня отправимся в любимую Армению. Ни разу там не были, но это точно любимая новая страна, потому что у нас очень много друзей армян. Погнали вместе с нами. Лайки, комментарии. Гоу! С таким прекрасным видом мы начинаем готовить завтрак. У нас сегодня будет и яичница, и попробуем сделать блины. У нас есть безглютеновая мука. Ее оставила Юля. Юля, тебе привет. Устали возить. Не знаю, когда мы с вами встретимся, поэтому сегодня ее съедим просто-напросто. И надеюсь, получится блины. Кофе купили вчера. Джем, варенье, сметану. Блинчики испекем хотя бы по нескольку и, как говорится, будем завтракать. Ну, плюс-минус, что-то получается. Я, конечно, больше люблю на обычной муке все это делать. Не, ребятки, но с таким видом вы еще блины никогда в жизни ели. Да еще и на какой-то там безглютеновой муке. Полезные. Это просто что-то. Что-то невероятное. Да. Какие блины, где наш шашлык, где наше вино, где наши... Что еще нам вчера Самбат говорил, срочно ешьте. Пашка, шлама, долма. Во-во-во-во, все, надо срочно собираться и уже ехать вот за вот этой едой. А блины, как говорится, в любом месте можно поесть. Да, друзья, мы продолжаем путешествовать, и у нас сегодня новая страна. Но многие наши зрители вообще не понимают, сколько можно путешествовать, почему мы не покупаем себе жилье, ведь уже дети есть, пора бы остановиться и так далее и тому подобное. К сожалению, финансовой грамотности не учат ни в школе, ни в институте, и пока мы молодые, полны сил, нам кажется, что всегда получится заработать и как-нибудь решить свои финансовые проблемы. И вот с этой уверенностью в завтрашнем дне люди как раз берут кредиты, ипотеки, машины в кредит, покупают вещи, на которых сейчас у них вообще денег нету. И каждый думает, ну он так делает, почему я так не могу сделать? И идет тоже делает. В итоге обрастают обязательствами и сами того не замечают, как начинают работать не на свои мечты, желания, цели, а на выполнении этих обязательств. Путешествовать становится, конечно, невозможно, ведь круг замыкается, работа, кредиты. Есть ли вообще выход из этого замкнутого круга? Да, есть. И самое смешное, что вы все его знаете. Это создание накоплений, капитала и инвестирования. То есть не когда вы работаете на деньги, а когда наоборот, деньги работают на вас. Я про это много говорю и неоднократно рассказывал, что своих детей я учу с самого детства финансовой грамотности. Конечно, этот путь требует определенных знаний и, конечно же, времени. Но чем раньше вы начнете по нему двигаться, пусть даже небольшими шажками, тем раньше вы придете к той самой свободе, когда вам не нужно будет каждый день беспокоиться о том, хватит ли вам денег на то, что вы хотите купить. Когда я только начинал изучать тему финансовой грамотности, меня судьба свела с экспертом в этой теме Егором Арслановым. Человек, который сам прошел свой путь от долгов в 100 тысяч долларов до капитала в полмиллиона долларов. И сейчас помогает другим обрести финансовую свободу, делясь своим опытом, накопленным за 15 лет.
При этом инвестиционная стратегия, которую он учит, работает более 50 лет и показывает доходы выше, чем у профессиональных трейдеров. А еще она применима практически в любой стране. Я приглашаю вас на бесплатный вебинар Егора Арсланова, на котором вы узнаете, как выбраться из долгов, даже если это миллионы, как накапливать на крупные покупки, при этом не ужимать себя во всем, как обеспечивать финансовую защиту и быть готовым к неприятным моментам в жизни, как грамотно инвестировать свои деньги и уделять этому всего 4 часа в год, как дать образование своему ребенку в одном из лучших университетов и так далее. Все это возможно, даже если в семье небольшой доход. Регистрируйся по ссылочке под этим видео на бесплатный вебинар от Егора. Говорим этому прекрасному месту пока. Утрамбовались и выдвигаемся в сторону Армении. Нам ехать буквально 80 километров. Я очень надеюсь, что сегодня будем пересекать границу. Сделали остановочку вдоль реки. Блин, просто вышел, и какая, друзья, неприятность. Ёпарасоте. Такая красивая природа, течет такая потрясающая река. И так все засрано. Ну ёпарасоте, а. Так засрано, говорю, просто жесть. Ну неужели нельзя просто взять и с собой этот мусор увезти, ну не выкидывать. Блять, посмотрите, какая природа и как вот это вот все. Жесть. Короче, мы вообще остановились набрать баки. Здесь родник, поэтому пойду наберу. Вода леденющая. Явно будет вкусно. И даже здесь он засрано, короче. Обидно. Обидно очень. Такая интересная природа началась. Вроде мы высоко все равно в горах, но луга какие-то, поля. У нас до границы 23 километра. Точнее, до первого города в Армении или поселка. Вот эти горы впереди, это и есть уже Армения. Мы так близко. Здесь приграничная деревушка называется, вот прям, не знаю, русским названием, Гореловка. Вот прям реально, как у нас, Гореловка. И здесь посмотрите, какие аисты красивые сидят. Ребята, посмотрите, аисты сидят. Ничего себе. На столбах, прям как в Беларуси. Это резко климат тут отличается так. Сейчас заедем здесь на озеро еще на одно, а потом уже поедем, ух ты, какие жесткие лежачие полицейские. И потом поедем уже на границу. Вот, пожалуйста, следующая деревня, называется Ефремовка, а следующая, где находится озеро, называется Ждановка. Вообще прикольно. Едем, я детям говорю, посмотрите, какое искусство, как аккуратненько они складывают какахи. И Роди говорит, замок из говна. Блин, вообще красавчики вообще, ничего себе. Нам, городским жителям, такое и не то, что не снилось. Просто забавно посмотреть, как реально достопримечательность. Мы думали, здесь есть вариант подъехать к озеру, а получается, что вообще никакого подъезда нету. Мы хотели встать, пообедать, а потом уже на границу ехать. А что-то вообще какая-то печалька. Проехали мы, значит, пару километров по вот такой вот непонятной дороге. Просто на второй передаче машина едет, трясет как не знаю кого. Мы думали, подъедем как-нибудь к озеру, для того, чтобы просто постоять, приготовить обед, пообедать. А туда вообще нет подъездов, такая болотистая местность. Не дай бог там где-нибудь провалиться. Поэтому, ладно, будем сразу двигаться к границе. Если там будет какой-то карман, там приготовим. Зеленая крыша впереди, это и есть граница. Поэтому мы сейчас все равно вот здесь вот прям остановимся перед границей, потому что нам нужно кое-что сделать. Перед тем, как попасть в Армению, лучше всего, конечно,
приобрести себе виртуальную сим-карту. Мы постоянно ее рекомендуем и сами всегда пользуемся. Купим минимальный тариф за $6.5 на 1 гигабайт на 7 суток. Это делаем для того, чтобы по приезду вот в новую страну нам не наводить суету с интернетом и вообще не остаться без связи. По крайней мере, у нас будет 1 гигабайт. Мы сможем найти, где купить нормальную сим-карту, где поесть или где остановиться. Обязательно берем. Ссылочку на Air Allo я оставлю там в описании. Приобретайте такие же сим-карты, чтобы оставаться на связи. И по моей ссылке вы получите бонус до 50% на оформление виртуальной сим-карты. eSIM-ка работает не во всех устройствах. Просто посмотрите, будет ли работать на вашем устройстве. Напомню, что мы будем проходить границу города Армении Гюмри. Вот если будете также здесь ехать по нашему, например, маршруту, то сейчас эта вся информация в дальнейшем будет очень актуальна, так что не переключайтесь. У нас, кстати, завтра заканчивается страховка на автомобиль в Грузии и заканчивается местная сим-карта грузинская, поэтому нет смысла ничего продлевать, едем в Армению. Как вы понимаете, у нас не то, что 7 пятниц на неделе, у нас 7 пятниц за последние 5 минут. Здесь решили не обедать, потому что, короче, здесь пыльно, такая парковка пылючная, поэтому я думаю, сейчас лучше границу пройдем, симочку активировали и уже непосредственно там будем обедать. Все, как говорится, с Богом, поехали, нам вот буквально там несколько метров, и мы на границе, сейчас буду вам все подробно рассказывать, что, почем, какие там сборы, за что мы там платили и так далее и тому подобное. На горизонте Армения! Так, смотрите, сразу слева здесь есть душ, туалет, Wi-Fi, парковка. Вот, собственно, и дальнобойщики стоят. Вот, пожалуйста, здесь можно сделать передышку. Кстати, вот здесь можно и, наверное, обед-то приготовить. Ну ладно, уже решили ехать, значит, едем. Парковка, скорее всего, будет платная. Также есть магазины с запчастями, продуктовый магазин. Неплохо. Тот зеленой крышей был какой-то мрачный пропускной пункт. Я думаю, что вот как раз она, грузинская граница, и смотрится достаточно приятно. Я уже испугался, думаю, неужели так? Вот, сейчас все хорошо. Перед нами одна машина. Граница с Грузией. Ну, так, мельком досматривают просто. Откройте двери, как обычно, и все. Мы пока стоим на паспортном контроле. Перед нами одна машина, получается, а здесь пешком. Ну, видимо, на автобусе, а они как бы пешком, делегация китайцев проходит. Здесь я уже вижу, что дают паспорта, СТС-ку и водительское удостоверение. В Армении прям сразу на пропускном пункте чувак говорит, давай, 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 говорит, газу. Моих забрали, смотрит, говорит, ходить могут, пусть идут, значит. Я говорю, пожалуйста, обед, все дела. Он говорит, нет, говорит, давай, говорит, надо ногами. Ну, окей, ладно, все, я здесь, короче, уже. Буду отрубаться. Ребята, мы в Армении. Я все прошел. Сейчас заберу своих. Оплатить нужно экологический сбор. Сделать страховку. Сейчас быстро все это делаем. И потом остановимся уже прямо на территории. За этой территорией. И все подробно расскажу. Я у таможенника единственный сейчас спросил сразу, говорю, он говорит, где оплачивать? Я говорю, а карта и МИР можно? Он говорит, Армения единственная страна, которая принимает карту МИР. Поэтому, ребята, если вы отправляетесь в Армению, обязательно сделайте себе карточку Тинькофф МИР. Ссылочка будет в описании. Получите наикрутейшие от нас бонусы, пожизненное бесплатное обслуживание и пользуйтесь карточкой спокойненько здесь, в Армении. А я пойду сейчас оплачу и расскажу, что да как. Я пошел делать страховку, в итоге мне сказали 10 минут подожди, говорит. Я говорю, окей, ладно. Коль заговорил сразу про страховку, скажу, что у них здесь нельзя оплачивать картой, только нал, можно долларами, можно местной валютой, либо вот здесь вот в банке сразу снять кэш. Вот сейчас посмотрим, как поступим. Что касается грузинской границы, да вообще ничего не спрашивали, машину, одну дверь только открыли, посмотрели, дальше печати поставили, мы поехали. На уже при въезде в Армению, конечно, спросили цель поездки, что там, туризм, долго ли будете, вот у Настенки спрашивал, Настенка сказала, минимум, говорит, 2 недели, вот. После этого мне вопросы задавали, ездили ли мы в Азербайджан. Я сказал, что нет. Он посмотрел, где мы были, печати какие, спросили, откуда едем. Я говорю, сказал, что спасибо, Настя. Сказал, что
из Турции. Он такой: а, типа, в Турции были? Я говорю: ну да. Он говорит: ясно. Еще посмотрел. И все, и дальше запустил. После того, как мы прошли паспортный контроль, нам, получается, поставили печать в паспорт, в загранник. По-русскому я спросил, можно проходить. Он говорит: нет, нельзя. Пошел, оплатил транспортный сбор, экологический сбор, точнее, называется. Он, я так понимаю, стоит 3750 драм. В общем, местной валюты не было, с карты платить не стали. У меня было 30 лари, он говорит, ровно 30 лари. Это получается... 30 лари, ну где-то 1100 рублей, где-то вот так вот. Здесь конкретную конвертацию напишу вам, посмотрите. Вот, все, дальше делаешь страховку. И все, сколько выйдет страховка, сейчас уже расскажу попозже. Тебе что-нибудь дополнительно спрашивали? Нет, только очень быстро. Родственники в Армении. А, родственники, да, такое вот. Машину вот в Армении досматривали хорошо. Он залез, прям сам смотрел, что в боксе. Я ему раскрывал сумки с продуктовой. Он мне говорит, что не портится. Я говорю, все, что портится, все в холодильнике. Спросил за станцию, я ему показал. Ну и, собственно, все. Отдали там паспорта, сказали, добро пожаловать. И все, ребятки, мы в Армении. Поздравляйте. Начинается новый сезон. Вот это, собственно, все, что нужно знать. Страховку купить можно, сим-карту купить здесь нельзя. Поэтому, конечно, я рекомендую иметь с собой карточку Тинькофф и сделать виртуальную e-симку. Ссылки там есть в описании. Сейчас сделаем страховку, расскажу, сколько будет стоить. Смотрите, кстати, оператор здесь МТС Армения. Прикольно. Карточка Тинькофф Мира, ну, прям сейчас выручает. Смотрите, просто налички у нас нету. 30 лари мы отдали за въезд, $10 у нас есть кэшем, но, скорее всего, они не помогут. Я пошел сюда же в банк, где оплачивал этот, господи, экологический сбор. У них можно дать карту, и, собственно, они какую-то там операцию проводят, и ты получишь наличку. Теперь о деньгах. В Армении драмы. Выглядят они вот так. Это 10-тысячная купюра. Я попросил их обналить 5000 рублей, они мне дали 20 тысяч драм и взяли комиссию 1000 драм. Вот такая комиссия, от суммы он сказал 5%. Так, ребятки, все, страховка готова. Делают на 15 дней, стоит она 6500 драм. Также у него здесь, где страховку делают, можно сделать, оказывается, было сим-карту. Поэтому мы сразу сделали сим-карту с безлимитным интернетом на раздачу. Она стоит 10 тысяч драм. Все, теперь мы едем в Армению, заезжаем прям конкретно и будем смотреть эту невероятную красоту, ребятки. Ну, а вы, конечно, с нами. Виртуальная e-симка нам показывала МТС Армения, а местная симка это... Угом 3G. Ребятки, мы на армянской земле! Ура! Теперь точно все, новый сезон, мы заехали! Делаем первые метры по Армении, как мы рады, вы себе не представляете. Это наша мечта, которая с нами жила несколько лет. Еще в доковидные времена мы хотели сюда приехать, но у нас, к сожалению, не получалось. Теперь мы здесь. Эх, вот это будет сезон, я уверен, просто мощнейший. Ребятки, мы сейчас находимся вот прям как бы на границе. И здесь, кто помнит наших друзей из Смоленска, Самбата и Ксюшу, у Самбата, здесь, вот прям на границе, называется... Называется деревня Сарагюх. Родился его... отец. И вот мы хотим, короче, заехать и посмотреть просто, где же он родился. Ой, красота. Блин, мы в Армении, вообще не верится. Да уж. Вот он, указатель. Поверните налево. Дорога, конечно, туда прикольная. Это вот населенный пункт Бавра. Воу, нифига туда. Опа! Опа! Забрались ради Самбата. Самбат, если ты смотришь, прям едем ради тебя, твоего отца, показать эту деревушку. Дорога, конечно, сюда полный трындец. Да, нам сегодня вообще прям везет на вот эти дороги. Такое бездорожье. Ну ладно, это точно того стоит. Ну что же, мы заезжаем в эту деревушку Сарагюх. Надеюсь, правильно я прочитал. Вот он, указатель. Здесь нужно сделать фоточку.
Я еще никогда в жизни не делал обзор деревень, но этой деревне, конечно, надо сделать. Сейчас доедем до центра. Я так понимаю, центр у них здесь, вот где стоит церквушка. Вот, и поедем дальше. Что здесь у нас? Домики. Мне нравятся эти домики, а еще без заборов. Просто всеобщие территории. Пасека, пожалуйста. Вот новая красивая, видимо, церковь, да, вот это. Надеюсь, что я правильно называю. Это был здесь магазин. Сейчас закрыт, видно, не работает. На нас местные жители смотрят и думают, вообще зачем сюда едете, ребята. Здравствуйте, здравствуйте. Барев, барев, барев. Ну и вот церквушечка. Вот такая вот деревушка, ребята. Класс. Мы выезжаем за Бавра. И Армения на самом деле вот встречает вот такими дорогами. Я не знаю, что будет дальше, но пока все вот так. Где дороги? Да. Но здесь, видимо, меняют, вот техника стоит, катки, все есть. Видимо, скоро будет классная дорога. Едем уже, не знаю, километров 10, может быть, 15. Вот по таким дорогам. Просто куда-то едем. На ночевку, на самом деле, едем. Хотим сразу встать и уже никуда не дергаться. Но проедем ли мы туда, не знаю. Чувак, который оформлял нам страховку и давал симку, он говорит, вы туда не проедете. Причем так интересно, я сначала спросил его за это озеро. Он говорит, я не знаю такого. А потом сказал, что не проедем. Ну, посмотрим. Блин, представляете, доехали мы до озера, а там все тупик, там типа воинская часть какая-то, и дорога заканчивается. Вот прям в тупик. Ну, в итоге, что, будем держать путь на Гюмри. Нам до центра Гюмри 50 минут, 41 километр. Единственное, что, конечно, сейчас нужно будет это остановиться где-нибудь и все-таки пообедать, потому что хавать охота конкретно. Вон там вот мигалки, видите? Опять с мигалками, да что такое-то, а? Блин, почему так происходит? И прям прик-прик-прик. Они причем вообще ехали в другую сторону и в итоге это развернулись и нас догнали. Проверили документы, страховку. Вот страховку, видите, обязательно, значит, нужно сделать. И все, и это, поехали снова мы. Посмотрите слева, какой разлом, такое ущелье. И оно как бы, ну, не пешее, ничего, просто разлом в земле. Вот он, разлом с другой стороны. И уходит он, сейчас покажу. Вот, над ним, получается, даже мост, что ли, сделали. Вот он, смотрите, какой красивый. Городская архитектура Гюмри. Не знаю, зачем такой скос на крыше, но прям интересный. Направо, кстати, написано, что раньше такой квартальчик у них. Новостроенный, можно сказать. Кстати, здесь работает Яндекс.Навигатор очень хорошо, показывает, где камеры, предупреждает заранее, все прям реально хорошо. И также здесь работает Яндекс.Такси. Если вдруг вы без машины сюда отправитесь, то вот я думаю, что минимум будет неудобств. Обедаем сегодня вообще в машине и готовили в машине, потому что непонятно вообще, где здесь вставать, где здесь припарковаться так, чтобы никому не мешать и, как говорится, глаза никому не мозолить. Поэтому вот так вот в машине. Хорошо, здесь есть стол, просторно, и можно... Привет! Да? И можно Привет! Все, давайте, кушайте. Мы сейчас думали в Гюмри заехать куда-нибудь в квартиру, ну, типа, постираться, потому что кемпингов в Армении... Вы сейчас просто офигеете. Один. Представляете? Один единственный кемпинг в Армении. Это просто вообще что-то... Это просто что-то нереальное. Мы, конечно, до него как-нибудь доедем. Его посмотрим обязательно. Там вроде он прям прикольный. Там бассейн и так далее и тому подобное. Стоит как бы прилично, но посмотрим. В любом случае, поездить хочется. Парковок ноль. С водой тоже какие-то напряги. Ну, нигде не стоят крантики. Начали искать, вот, короче, квартиру, чтобы постираться и так далее, и тому подобное. В итоге
цены вообще не соответствуют качеству. То есть здесь от 3 500 рублей, но там у тебя общий душ. Там, короче, просто вот трындец. Вот кому интересно, зайдите на любой агрегатор по недвижимости и просто посмотрите, что сдается. Я такой в шоке. Тоже автопрачечных здесь нету, ну, на карте, по крайней мере, не выдает. В Ереване выдает, то есть там куча всего, я в плане прачек, там вот есть кемпинг, есть несколько стоянок таких более-менее адекватных, но мы-то хотим пока здесь попутешествовать, и пока что с этим делать не придумали, и с ночевкой тоже пока не решили. Думаем, что это. Здесь мы проезжали мимо церкви одной, красивой, на горе. Вот я думаю, что надо туда поехать, там вроде даже родничок есть. Можно будет еще воды набрать. Ну, короче, посмотрим сейчас, подумаем еще это. Чай попьем и поедем. Что-то думали, мы думали, начали, короче, выезжать, ехать туда в церковь, это 15 километров отсюда. В итоге что-то так обламывает, если честно. Начали выезжать, увидели, что вот здесь так уютненько, зеленая травка, яблочки растут. Увидели, что вода льется, вот. И думаем, а давай здесь останемся. Тут, короче, мужик ходит, я говорю, ничего страшного, если мы здесь припаркуемся, переночуем. Говорит, нет, говорит, конечно, вставайте. Здесь спокойно и тихо, никто не ездит, да. И детки могут, вон, в траве, сейчас постелимся, переночуем. Мы уже в центре Гюмри, сейчас уезжать за 20 километров, потом обратно 20 километров, смысл от этого. Вот, поэтому здесь сейчас заночуем, а завтра уже утром проснемся, позавтракаем и отправимся уже гулять по Гюмри.